Появившись на днях в центре Лос-Анджелеса в компании своей младшей дочки Вивьен и симпатичной коричневой собаки неопределенной породы, Анджелина Джоли неприятно удивила случайных прохожих. Актриса, которая уже давно стала более чем просто худощавой, похоже, еще больше потеряла в весе. Снимки, сделанные папарацци, показали, что руки и ноги 44-летней актрисы стали похожи на ниточки, а вся фигура в целом напоминает скелет. При этом Джоли пытается прятать свое полупрозрачное тело в просторных платьях-балахонах. Так, во время прогулки с Вивьен Анджелина облачилась в чрезвычайно свободное белое платье. А во время своего предыдущего появления на публике, Джоли была одета в не менее широкий наряд светло-бежевого цвета. Наблюдая изменения внешнего вида актрисы, фанаты всерьез опасаются, что Джоли серьезно больна. Эти подозрения еще больше усиливает тот факт, что в прошлом Анджелина сама признавалась, что она в группе риска по онкологическим заболеваниям. И даже подвергла себя из-за этой угрозы операциям по удалению обеих грудей и детородных органов. Поклонники искренне надеются, что худоба Анджелины не вызвана какой-либо действительно серьезной причиной. К слову, Джоли не просто гуляла с дочкой и ее питомцем, вся компания направлялась в специализированный магазин, чтобы прикупить там корм для собаки. Из всех шестерых приемных и биологических детей Анджелины, Вивьен – самая большая любительница животных. Примерно неделю назад папарацци удалось заснять визит Джоли с дочкой в зоомагазин, где актриса купила для девочки белого пушистого кролика, которого Вивьен несла к машине, нежно прижимая к своей груди. Заметим, что в последнее время Анджелину все чаще видят с ее младшими детьми, 11-летними близнецами Вивьен и Ноксом. Что же касается старших, 13-летней Шайло, 14-летней Захары, 15-летнего Пакса Тьона и 17-летнего Медокса, то они становятся все более самостоятельными и все меньше нуждаются в обществе мамы.